Чтобы утка получилась вкусная и с хрустящей корочкой, готовить ее нужно за несколько дней до Нового года. Мы начнем дня за 4, но можно мариновать и дольше. Сначала утку нужно погрузить в рассол на сутки. На 3 литра воды нужно взять 60 грамм соли. Чтобы утка хорошо промариновалась внутри, нужно пленки внутри утки проткнуть шпажкой. Затем утку насыпать специи и натереть ее изнутри специями. Для маринада нарезанные овощи смешайте с травами, соусом унаги и хусин. Внутрь утки вложите маринад, шпажкой закройте брюхо. Все, дальше только ждать. Утку уберите на 3 дня в холодильник, ничем не накрывая. Кожа должна хорошо подсохнуть, ну и за это время утка промаринуется. Итак, прошло пару дней, а лучше 3, если пойдет 3 дня. Наша утка стала еще лучше, чем была. Кожа стала сухая. Ну, тут сухая, тут, может, не очень сухая. Но вот чем суше, тем лучше. Если у вашей утки сухая кожа, это очень хорошо. Значит, она будет хрустящая. Кладем утку на такую штуку, на решетку, и ставим в печку. 120 градусов. Вперед ногами. Обязательно так. Оп. 120. Дим, ну 118 же. Горите в аду. Прошло 2 часа. Посмотрите, что творится. А? Дай бог каждому такой загар через 2 часа. Если бы все солярии были такие. Бля, утка вообще пипец. Я матернулся, да? Да. Не, утка очень вкусная, конечно. Мы плохие слова не говорим. Теперь самый ответственный этап. Тут уже нельзя допустить ошибок. Переключаем на 170. И еще 10 минут. 10 минут. В этот момент все гости уже открыли шампанское и ждут, когда вы придете с уткой. И как раз 10 минут. Все, и вы уже готовы приходить с уткой к столу. Это же Новый год. С таким пирсингом за новогодний стол не садятся. Поэтому удаляем пирсинг. А, горячая. Аккуратно. Разрезаем. И удаляем маринад. Он некрасивый. И теперь можно и за стол. Какая красота. Все ненужное удалили, чтобы было красиво. Потом каждый сюда, точнее не сюда, туда утки вставят красивый букет зелени, и будет нарядный новогодний стол. И вот так за новогодним столом вы будете отламывать утиные ноги. Вот эту хрустящую кожу. А? Смотрите, какая красота. Самое вкусное. Ну что, с Новым годом! Желаю вам таких же классных уток в новом году каждый день.